Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Очередной влог у нас с вами. Сделала вот такой вот макияж и просто осталась в восторге. Это тени от Maybelline Color Tattoo. Они держатся просто весь день как прибитые. Посмотрите, как красиво получается. Правда, стрелки получились ужасные, но да ладно. И блеск нанесла от MAC. Он тоже обалденный, пытаюсь его тоже добить, так скажем. Вот. Сегодня я встала рано, даже сама от себя не ожидала. Вроде ни будильника не было. Обычно будильник звенит, потом я его выключаю, потом он опять звенит, я опять выключаю. А сегодня просто сама без будильника встала рано. Сразу заказала Макдональдс и сейчас буду снимать для вас мукбанг. Жду. Уже написано, что через 17 минут мой заказ прибудет. Ждем. Кому интересно, мои хорошие, вот такой вот у меня тональный, это Catrice HD Liquid Coverage в оттенке 10, уже заканчивается. И вот тени, которые я сегодня использовала, Color Tattoo в оттенке Gold от Maybelline и блеск от MAC, вот просто мои must-have за последнее время. Так, все, я спустилась вниз и смотрите, что мне привезли. Макдональдс. Причем была бесплатная доставка, я офигела, если честно, потому что последнее время всегда приходит уведомление о том, что, например, Макдональдс бесплатная доставка, бегите, что-то заказывайте. Тут в конце, когда я все покидала в корзину и уже ожидала, что там будет платная доставка, там мне пишут, что нет. Возможно, до этого я просто сделала большой заказ в Макдональдсе, возможно, из-за этого мне какие-то бонусы перечислили. Сейчас вам покажу, что же я заказала. Салфеточки. Вот такой вот десерт взяла. Помните, я пробовала от KFC такой десерт. Он стоил немного дороже. Вот решила у них тоже попробовать. Вот один в один, они вот похожи. Гляньте, будем пробовать. Никогда до этого я не пробовала. Взяла наггетсы. Много брать не стала. Всего здесь 4 штуки. Ну не красота. Обожаю наггетсы. Конечно же, луковые кольца. Ну как же без них? Стоять. И, конечно же, гвоздь нашей программы. Это МакЧикен. Обожаю его. Здесь такая булка большая. Там есть мини-версия. Он стоит немножко дешевле. И там булка другая. Но мне нравится, когда вот это все такое объемное. Я элементарно могу наесться просто одним МакЧикеном. А это просто закусочка. И вот такие вот влажные салфетки мне положили. Всегда кладу две, в этот раз одну. А, во, две. Вру. Время уже 4 часа дня, я там смонтировала видео, некоторые дела сделала, поболтала с братом. И, в общем, начала читать комментарии под сегодняшним влогом, то есть для вас вчерашним, получается. Там я купила аромат от Avon и очень сильно оправдывалась перед вами, что вот я обещала экономить и так далее. И там было куча комментариев, оправдания, что Айка, почему ты оправдываешься, ты правильно сделала, аромат недорогой, иногда себя баловать можно. И как вы думаете, что я сделала? Раз вы меня поддержали, я решила купить себе еще один аромат. Изначально я хотела взять два аромата, но потом я себя еле-еле сдержала и взяла один. Сейчас я взяла еще один, причем который я никогда не пробовала. Не слушала этот аромат, не знаю, понравится мне или нет, но я просто смотрела обзоры на ютубчике, и там говорили, что это очень сладкий аромат, а я люблю сладкие ароматы, поэтому я думаю, что мне понравится. Давайте распакуем. Так, аромат выглядит вот так, называется Eve Confidence, если я правильно читаю. Открываем, это такой кайф, я вчера просто целый день душилась. Вот девчонки говорят, что зачем покупать, если у нас там карантин, все сидим дома, а что дома душиться нельзя. Меня очень прикалывает, когда дома от меня пахнет прям так классно. Так, давайте сначала открою. Вы просто гляньте, какой красивый флакон, просто произведение искусства. А аромат мне очень понравился, он такой сладенький. Причем, знаете, в меру сладенький, свежий аромат. Я думаю, что на повседневку прям самое то. Я не слушала аромат, но не жалею, что взяла однозначно. Коробочка вот такая была в слюде. Вот, довольна, как слон, реально, супер покупка. Единственный член нашей семьи, который не очень доволен. Смотрите, например, у меня рука немножко в аромате. Он сразу, у него паника.
Он не понимает, что происходит. Он вообще на ручки не идет, когда я использую парфюм. И вот такая вот красотка теперь пополнит мою коллекцию. Ну, как можно не радоваться. Аромат просто божественный. Если сравнивать, например, Faberlic и Avon, мне намного больше нравятся ароматы Avon. Особенно серия Faraway. А вот Faberlic, когда не покупаю, мне приходит аромат, я слушаю, и я думаю, господи, что это такое? Реально не нравится. Ни вот эта Ахмадулина не понравилась. Просто так, знаете, мертвым грузом все это дело лежит. Поэтому меня подруги всегда ругают, говорят, сначала послушай аромат, а потом покупай. Но, к сожалению, в условиях вот такого жесткого карантина не получается послушать аромат. Курьер привозит тебе прямо около дома, и ты забираешь. Кстати, доставка тоже платная. Вот сижу, смотрю на елку и думаю, пора бы ее разбирать. Уже 15 число, старый Новый год. Стоит, стоит она. Посмотрите, внизу вообще игрушек нету. Это благодаря Твиксу. Дальше уже потихоньку кое-где появляются игрушки. Я думаю, что хорошо, что мы дорогие игрушки брать не стали, потому что все равно их бы просто не было. Я не знаю, куда делись игрушки, которые висели вот здесь, но по факту они здесь были. Сейчас вот хочу ее разобрать. Собрать и на балкон. Вот так вот елка выглядит уже без игрушек. Я все сняла. Кстати, вот они, игрушки. Здесь есть некоторые, которые уже вот так вот погрызаны. Это все благодаря моему котику. Здесь параллельно смотрю Максима Шевченко. Он очень умные вещи говорит про Навального. В последнее время политикой прям увлеклась вовсю. Вот. Он, кстати, еще Азербайджан очень поддерживал, когда была война. За что ему большое спасибо. Здесь остальные игрушки у меня. Вот, теперь самое главное, нужно разобрать саму елку. И как-то аккуратненько утрамбовать, чтобы мало места занимала она на балконе. Так, сижу я, значит, здесь и работаю. Вот так вот отделила все эти пучочки. На каждой здесь написано 1, 2, 3, 4, чтобы потом было удобно. На следующий год организовала вот такой вот мешок. Это на самом деле старая клеенка. И вот так вот соединила, сделала большой мешок, потому что в старую упаковку уже не помещается. Так как когда мы покупали, эти все веточки, они были вот так вот приплюснуты и утрамбованы. Ой, устала очень, но зато все это утрамбовала. Конечно, места занимает очень много, даже не знаю, куда это девать. У меня на балконе места нету, думаю, на балкон мамы. Вот. Но совсем, знаете, сильно прям давить я не стала. Я боялась, что что-то сломается. До следующего года, до 2021, пока елочка. Устала я, конечно, после этой елки. Решила перекусить. После мукбанка, вы помните, я здесь немножко еще откусила. У меня остался этот, ну как, не знаю, как назвать, что-то вроде шаурмы. Я не люблю ничего выкидывать. Я считаю, что это большой грех. Лучше переесть, лучше набрать пару кило, но доесть. Поэтому я вот это вот все дело доедаю после мукбанка спустя час. Хотя здесь хлеб, знаете, такой жесткий, невкусный. Я на мукбанке себя заставлять не стала. Вот не нравится, не стала есть. Но сейчас вот пытаюсь себя заставить и пью чай с такими Орео. Сейчас в ютубчике найду что-то интересное, возможно, чей-то мукбанк. Просто так я не ем. Обязательно кто-то вместе со мной тоже должен кушать. Если вы тоже едите, то приятного аппетита вам. Ребят, я угарнула, решила вам тоже показать. Гляньте. Как вы думаете, что это? Это просто эта футболка у меня висела в ванной. Качественная. Качественная вещь. Высокое качество. Одежда. Вот где познается, понимаете? Теперь здесь такой прыщ.